Вчера в Северном трамвайном депо под председательством губернатора Сергея Морозова прошло совещание по вопросам качества пассажирского обслуживания. Предварил мероприятие осмотр подвижного состава МУП «Ульяновск Электротранс». Трамваи не новые. Их ульяновским транспортникам презентовали коллеги из Москвы. Низкопольные, экономичные, правда, требующие некоторого ремонта. Сегодня часть машин уже отлажена и выходит на городские маршруты. Трамваев в Ульяновске достаточно, но их качество можно и нужно совершенствовать. Как и качество самих перевозок, причем на всех видах транспорта. Поэтому предстоящее совещание вызывало интерес у всех – представителей муниципалитета, бизнесменов, гос- и муниципальных компаний. Члены правительства проводили мониторинг работы общественного транспорта как на внутригородской маршрутной сети, так и на междугородней маршрутной сети. Мы саккумулировали все замечания, все предложения. Еще раз вернулись к тем обращениям граждан, которые поступают по линии качества пассажирского транспорта, по качеству транспортного обслуживания. Сегодня мы презентуем для общественности, для губернатора план по повышению качества пассажирских перевозок. Покатавшись вместе с обычными гражданами, чиновники признали ранее казавшиеся незначительными жалобы. Обновление парка, выполнение расписания движения и уровень комфортности перестали быть просто словами, а превратились в ощущения. Поэтому план получился системным и выполнимым. Тем не менее, пробелы, по мнению губернатора, в нем есть. Здесь вот такое ощущение, что этот план сделан еще для вас и только для вашего садового кольца вокруг администрации губернатора. А ничего дальше, так сказать, в разрезе там муниципальных образований совершенно непонятно. Как будет решена там проблема для Меритесского района, для Чердаквинского района, Старомаинского, непонятно совершенно. Это не значит, что о районах не подумали. В плане есть, например, закупка автобусов для Дмитровграда, которая должна быть осуществлена в первом квартале 2019 года. Однако, по мнению собравшихся, многое в нем нуждается в более детальной проработке. И выгода пассажиров должна быть четко определена. Бизнес, в свою очередь, тоже нашел недочеты. В основном в области обязательств, которые на него возлагаются новым планом. Все ругают перевозчиков, что все плохо. А это если разобраться, то у нас одно из самых лучших приложек в федеральном округе обслуживание пассажиры практически могут уехать в здание севера без пересадок в дальнюю кудяку. Соломонова решение учесть мнение всех заинтересованных сторон – перевозчиков, пассажиров и чиновников – было принято единогласно. Улучшение качества перевозок – это и дорожные развязки, и цена проезда, и качество вкупе с количеством машин. Просчитать все сложно, но необходимо. Работа над документом продолжается. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.